www.mixnews.lv. Мультимедийный информационный портал. Долгожданнейшие гости, живые, Биллис Бэнд, Билли Новик, лидер группы, и Антон, прекрасный участник, пришли к нам сегодня в студию. Здравствуйте. Здравствуйте, Микс ФМ и все радиослушатели мира. Да. Здравствуйте. Очень здравствуйте. Рада быть в Риге снова. И Рига очень красивый город, и погода тоже хорошая. 102,7 рублей. Вам большое. О, боже мой. А вы же счастье встречи с вами дарите нам регулярно, ежегодно, да? Получается, вы приезжаете раз в год. Мы стараемся не подводить людей. Мы привозим погоду, мы приносим добрые дела, делаем доброе дело. Мы метеорологи. Привозим новые хорошие пластинки. Вот, например, в этот раз привезли новый альбом Биллис Бэнд. Совсем новый. Давайте же сразу о нем поговорим. Вы написали, но вышел новый альбом, догадались мы. Да. Как он называется? Называется «Когда был один». Это окончательное название. До этого было рабочее название, которое звучало как... Как бы не... Нет, как бы пренебрегая. Как бы пренебрегая. Когда был один, все-таки несколько... Ну, мы подумали, что... Экзистенциально грустнее. Ну, понимаете, в коммерческом смысле это название более выгодное, потому что девчата, когда смотрят на прилавках магазина, видят, когда был... Ага, когда был один. Так, посмотрим, что значит, он там делал. Значит, какие-то изменения произошли. Ага, да? Так, посмотрим, чем он там занимался. Так. Да. А чтобы открыть альбом, надо его сначала купить. Но это же все еще алкоджаз знаменитый. Ну, это романтический алкоджаз. Но хотя мы уже сейчас начинаем постепенно отходить. Да? А, да, потому что, понимаете, то есть толком-то и не пьете на самом деле. Все-таки народ не готов. Да мы и без толку не пьем. Большинство людей думают, что алко это значит алкоголь, и надо обязательно выпивать. А это не так. У нас уже... Алла Борисовна Пугачева? Нет, я только простите всю эту версию. Абсолютно. Мы предлагаем наше направление стилистическое как именно безалкогольную альтернативу пьянству. Поэтому очень обидно, когда нас принимают превратно и говорят: «О, круто, мы послушали Биллис Бэнд, давайте же выпьем». Все, надо это прекращать. Нет-нет-нет, да-да-да, мы знали, мы чувствовали, что это практически ЗОЖ, этот, за здоровый образ жизни. Конечно, стрейт. Да? Да. Мы тоже. Антоха вегетарианец, я уже тоже с 2009. Я вот полгода вегетарианец, а Вилли с 2009 вообще не пьет. Серьезно? Да. А все подходят и говорят: «Давай выпьем». А давай. Где же вы ищете вдохновение на всю эту вот... прекрасную грустнявость, за которую мы в том числе вас так любим. Знаете, и хочем. Я недавно пришел к выводу, ну, я размышлял на тему дизайна, и все-таки пришел к выводу, что самый крутой дизайн у природы. Поэтому и вдохновение нужно черпать там же. Самая лучшая музыка у природы, да. А человек, как неотъемлемая часть природы, тоже производит музыку, поэтому... Ну, бываете ли вы на море, когда приезжаете в Латвию, может, в связи с этим? Знаете, у нас тоже море есть. Да. То же самое, то же самое, только другой берег. Корюшка. Но с другой стороны. А, сейчас сезон, сейчас конечно. Же как будто бы сейчас посетили. У нас позавчера мосты разводить начали. Да? Да. Поздравляю вас, как это романтично. Ух-ух. А корюшку же сейчас жарят, правильно? Да. Вот Ургант по телевизору. Сегодня Ургант по телевизору жарил. Сначала отец, потом сын в двух разных передачах. Что-то они запоздали, я уже неделю назад все жарил. А вы жарите дома, еще да, действительно? Еще была не массовая корюшка, сейчас массовая пойдет, нормально. Там-то до этого была эстетская. Можно ли умолить рецептор сказать по случаю? Я не знаю, моя женщина все делает. А у меня бабушка удачно. Всегда, очень просто делала. Я король, лежу в кровати, она мне все подносит. Да? Всем мужчинам желаю таких женщин. Это как приносит счастье. Это ужасно, это невозможно. Нельзя лениться. Нельзя. А я не ленюсь, я работаю. Ну ты работаешь, ты просто сублимируешь в работе, то есть ты... Мог бы вскопать грядку, а вместо этого идешь, садишься перед монитором, начинаешь писать композиции. То есть вы, Антон, не женаты, догадалась я. Почему? Я трижды женат. Ах, вот как! Да. И все три раза успешно. Успешно и с удовольствием. Такое глубокое понимание вопроса. Я просто умею жарить корюшку. Да? Конечно. Это очень здорово. Скажите, пожалуйста, может быть, мы на радостях сразу заслушаем песню из нового альбома «Эксклюзив». И, кстати, не только слушатели радио Микс ФМ смогут это сделать, в смысле оценить песню из нового альбома, но и все, кто смотрит нас в прямой видеотрансляции, каковая прямо сейчас есть и происходит на портале mixnews.lv. Mixnews, одним словом, .lv. Там ищите либо новость про прямую трансляцию, либо открывайте рубрику «Микс ТВ». Значит, что мы с чего? Абажур ночью ставить распорядились вы? Давай станцуем. Ну, когда был один, послушаем заглавный трек, шуточный. И только прошу радиослушателей радио Микс ФМ сразу не убегать. Да, а если убегать, то на вечерний концерт. Да. Который в 7 часов в Доме конгрессов. Концерт в Доме конгрессов или конгресс в Доме концертов. Да. Непонятная игра слов. Будет весело. Будем работать. Биллис Бэнд, новая песня. Когда был один, тогда, о, тогда,
был один. Тогда все было, ребята, водились деньжата. Я хотел быть один, один навсегда. На руках ее нес тогда, вот тогда. На руках ее нес тогда, вот тогда. На руках я принес ту, что вынесла мозг. Я хотел быть один, один навсегда. Но такие дела, и она вдруг ушла, просто ушла. И тогда я ночами не спал, как ребенок рыдал, один друг, как никогда, снова женат. И я уверовал в ад, видно по кругу вела. Свежак, сам Бог велел, новая песня Биллис Бэнд. Более того, сами они живьем у нас в студии. Билли Новик и Антон пришли к нам в видеотрансляции. Можно смотреть на их красивые лица, на замечательную шляпу Билли. А у вас много шляп, скажите, Антон, пожалуйста? Антон прекрасный. Шляп, безусловно. Ну, сколько? Пол шкафа где-то. Серьезно? Ну да. Я же не считаю. Это ликвидный фонд. Он постоянно пополняется и обнуляется, потому что сейчас появились очень новые статьи расходы шляп. Например, благотворительные аукционы очень часто обращаются. Вы распродаете шляпы, да? Я не распродаю, я раздаю. А они распродают, а деньги перечисляют на благотворительность. Поэтому вот статья... Мне кажется, что, в принципе, поток правильно организован. То есть я беру шляпу в секонд-хенде, дальше я ее держу у себя, она пропитывается чем-то, что отбивается, позволяет ей зарабатывать деньги на аукционе, я не знаю. Отбивается прошлый хозяин. Да. Вообще, шляпный бизнес очень хороший. Берешь шляпу, скажем, за 20 рублей в секонд-хенде, uh-huh. а на аукционе она выходит, например, за 10 тысяч. Получается где-то, ух ты, где-то 50 тысяч процентов маржи. Это хорошие показатели. Если нам удастся поставить это на поток, как бы в мировом масштабе, то можно заработать не просто на какие-то там благотворительности, можно вообще изменить мир. Мировое вопрос, господство. Вопрос благотворительности просто закрыть. Да, вопрос благотворительности закрывается сразу. Маржа. Слушайте, а вы же как бы коммерчески очень самостоятельные артисты, сообщают в Википедии. Ну, да. Точнее, они пишут, что вы единственная группа, по крайней мере, в России, но в мире наверняка, у которой нету как будто бы совсем продюсеров, и никакому лейблу вы не принадлежите. Это действительно так? Ну, а что может сделать продюсер? Он что, нам подскажет, как нам лучше записать музыку? Если он сам ничего не понимает. Связи какие-то налаживать. Вот это он умеет, а джазок... У нас есть директор, который наложит связи. Тем более, ага. Возвышенный джазок. Какой русский продюсер нам может сделать? Назовите, я позвоню ему завтра же, скажу, давай работать вместе. Зачем кормить лишний рот? Мы единственные представители джаза в России, я имею в виду песенного, авторского песенного свинга. В основном все играют инструменталы, джазовые стандарты, очень хорошо играют. Музыкантов в России полно великих.
Но вот песню никто не делает современную джазовую. Поэтому мы как бы нам даже помочь-то некому. А песни ваши, скажите, вы же выкладываете их в интернет, где их это пиратски скачивают зачастую очень быстро. Вы не возражаете против этого? Это осознанно происходит? Песни нам не принадлежат. Они принадлежат всемирному информационному пространству. Ага. Просто мы звуки взяли, то есть наша работа это была исключительно просто вот упорядочение вот этого вот того, что есть, но просто немножко в другой форме. Ну, покрасили забор в другую краску. Да. Это же не значит, что забор наш теперь. В какую? Ну, в зеленый. В зеленый, например. Зеленый красиво. Да. Или в цвет, например, триколор какой-нибудь. Ямайский. Например. А скажите, пожалуйста, ваши инструменты, они какие-то баснословные, древние? Вот контрабас, в частности, да. Ваш. Да. Да. Мы 12 лет работаем, заработали уже на хороший инструмент. А у него есть... Мы все деньги тратим на инструменты. Ну, либо да. На благотворительность, либо на инструмент. Да. Чтобы продолжать дело. Угу. Чтобы ни один человек не мог сказать: ребята, ну что вы... 12 лет играете, а играете на дровах. Да. Чтобы потом можно был инструмент тоже на благотворительность спустить. К нам однажды приезжал в лифте, значит, я вместе с ним ехала со скрипкой Страдивари, артист, который на Евровидении вместе с Биланом играл. Израилем вылезал. Это который из рояля вылезал? Да. Приблизительно тот. Так у того скрипка стоит серьезно 2 миллиона долларов Страдивари. Ой, евро, простите, но все равно же дорого. У вас такого уровня, ну, действительно какие-то баснословные? Или вы вот шутите вы? Ну, не баснословные. Сколько стоит хороший контрабас и где его доставать? Контрабас? Да. Виктор Николаевич. Ну, в последнее время я практикую делать инструменты на заказ. У нас есть очень хороший мастер, наш друг. Контрабасист. Нет, он не контрабасист, он проектировщик промышленных помещений. Он архитектор. Архитектор, проектировщик промышленных помещений. И у него есть хобби изготовления для меня контрабасов. Виктор Николаевич Руденко. Он, кстати, сейчас стал делать на заказ. И, ну, в принципе, ему можно написать, и он сделает любому из нас хороший контрабас. То есть сейчас он делает большую физгармонию а-ля шарманка на основе... Да, я могу выступить, в принципе, я могу выступить как посредник, мой процент небольшой, так что обращайтесь. А сколько всего у вас групп инструментов и какие на данный момент, кто приехал? Контрабас, баян, Антон Матезиус прекрасный на баяне. Еще есть Михаил Житких на саксофоне и Андрей Рыжик на гитаре. Сегодня мы будем выступать в таком в квартете. Замечательно. Скажите, пожалуйста, ваша великолепная манера, из-за которой мы вас все, в том числе, влюблены, рассказывать какие-то истории, чувственно обнимая вот это вот все перед песней. Эти истории вы будете им тоже рассказывать? Как карта ляжет. Да? Да. А они меняются от выступления к выступлению? Знаете, вообще в этой вселенной все настолько взаимосвязано, что меняется все не просто каждую минуту, а каждую секунду. То есть теоретически вы сможете там сказать... Полчаса назад я ел пончик и подумал, и вот что-то такое, да, симпровизировать. Я не настаиваю. Ну, может быть, не так, ну как-то может быть и так. Да. Никто не знает. А в одном... Если пончик понравится, почему о нем не сказать-то? Надо выждать как минимум 30 минут. Вы кушаете, минут. Кушаете, вам нужны медвитамины. Мы не можем кушать, мы в эфире, извините. О, боже, в эфире можно делать все, что угодно. Мы рисуем, нет. Вы можете, а мы себе позволить не можем. Мы высокой, как бы такой тонкой... Вы на работе, а мы гости. Да. Когда мы будем на работе, вы же не будете сидеть и есть на сцене там пончики, правильно? Ну так, да, раз такое дело. Все думают, что мы пьяницы, но мы-то на самом деле уже давно, 100 лет уже не пьяницы. Не-не, мы не думаем. Но вы же и не хипстеры, правда? Мы хипстеры, мы true хипстеры. Ну как же, ну а посмотрите же. В Википедии, ну, откройте, же, кто же? Откройте в Википедии, что такое хипстер. Давай. И зачитайте всем радиослушателям. Не просто хипстер, именно true хипстер. Нет, просто хипстер. Хипстер. Не какая-то молодежь. Да, и потому что, а вы хотите пока потому что весь мир версию? Обманут. Они думают, что хипстеры — это вот эти молодые, на самом деле, инди-киды, которые, значит, на айфоны фотографируют еду и ходят там в узких штанах тут и два. Слушают всякую инди-музыку. А тут хитро, тут вот два. Смотрите, два. Хипстер вот субкультура 40-х или хипстер современная субкультура? А современных субкультур хипстер не существует, это инди-киды. А-а-а.
Не путайте. Ну, это как, значит, эти... Вот теперь зачитайте вот всем, что, что я слушаю, чтобы они, значит, прежде чем обзываться хипстером, чтобы они знали, что они комплимент делают человеку. Кто такой хипстер? Прочитайте. Конечно. Хипстеры в США 40-х годов, поклонники джаза, особенно бибопа, ставшего популярного в начале 40-х. Хипстер принимал образ джазового музыканта, включая все или многое следующее. Одежда. Да. Сленг. Да. Употребление марихуаны. Других наркотиков. Ироническое отношение к жизни. Саркастический юмор, добровольная бедность. Так, и что еще? Ослабленные сексуальные нормы. Вот давайте по поводу ослабленных сексуальных норм. У меня есть маленькая ремарка. Вот так. Я понимаю, что такое ослабленные трудовые нормы. Это когда тебе нужно работать меньше, чем остальным. Да, ослабленные сексуальные нормы означают, что тебе нужно в этом смысле меньше работать. Понимаете? Угу. Это принципиальное отличие от индикидов. Потому что индикиды хотят... Хотят как зайцы. А true хипстеры, они, у них ослабленные нормативы, поэтому если в принципе... Вы знаете, кстати, среднестатистическое количество половых актов на земном шаре? 4. Нет. А сколько? 2 раза в неделю. У каждого. Ну, в среднем на единицу мужского населения приходится. Это в смысле слишком много или слишком мало? Это в среднем. 2 раза в неделю. Вот да, здесь у хипстеров, если ослабленные, значит, уже не 2 раза в неделю, а как минимум 1. Но они тоже входят в эту статистику. Либо да, если 1 раз в 2 недели. Так. Это, кстати, очень религиозно обосновано. Возмутительно. Нет? Что возмутительно? Все возмутительно. Безобразие. Я просто очень стесняюсь говорить с вами о сексе. А почему про деньги перескочили момент? Тут же еще и была вот добровольная бедность. А вы посмотрите наши фотографии в Гугле. Хотите сказать, что мы богатые ребята? Нет. Вы знаете, к нам в Хельсинки подходят и говорят, ребята... Мы там в одних бомжах. Приходите, вот в следующий раз приедете, позвоните нам заранее, мы вас оденем. Еды принесем, оденем вас. Да. Да. То есть, как бы, все-таки близко вам вот это... Да, это вообще вылитый просто Белисбент. Вот зачеркни хипстер, напиши Белисбент, никто даже подвоха не заметит. Да вообще никто даже статью не читать не будет. Отлично. А можем ли мы вас умолить, что вы нам что-нибудь тогда сыграли, может, от доброты какую-нибудь щедрот? Да, у вас сколько все, и гитара, и пончики, и вот это вот. Ну, какую-нибудь песню в стиле трайбл споем. Трайбл? Как у вас на радио относится к трайбл. По субботам tribal хорошо. Okay. Very сначала, good. Сначала говорили о джазе, и теперь... А разносторонность талантливая ваша сейчас. www.elixnews.lv Мультимедийный информационный портал. Самый грустный, самый чувственный, самый интеллигентный, самый тонкий, самый волнующий артист вселенной, группа Billy's Band. Сегодня выступает в нашем городе Рига, в Доме Конгрессов. У них концерт, в Доме Концертов у них конгресс, 19.00. И сообщают нам за кадром по секрету, что еще совсем чуть-чуть билетов, но можно выкупить. Так что мчитесь и приобретайте в 19.00 начало встречи с удивительными людьми. Да. А вот не могу не спросить. Нет, могу не спросить, но что бы не спросить. А вот скажите, знаменитая модная оппозиционерство российское. Да. Вы тоже к нему склоняетесь? Как там вообще дела? Вообще так, знаете, как сказать, вообще изначально мы, в общем, политичной музыкой занимаемся. Ну, конечно же, все-таки в глубине души какие-то есть порывы. Потому что парадокс жизни заключается в том, что наверняка все люди, так же вот как мы, так же как мы с вами, хотят, чтобы в принципе было лучше. Факт. Вот, а может, не факт. То есть люди, хотят, чтобы... Ну, какое-то небольшое количество там садистов и диктаторов, а в целом-то люди, чтобы лучше, наверное.
Ну да, поэтому, понимаете, оппозиция, хорошо, что это обозначилось, даже несмотря на то, что у них нету конкретных предложений, все равно, как институт оппозиции, ну, должен какой-то существовать. Не исключено, что это даже подстроенная акция, ну, как руководящей партии, для того, чтобы показать всему миру, что вот у нас все есть. А чтобы не думали, что это подвох, устраивается, значит, подавление, чтобы все было вот имитировало. Что все как у людей, нормально. Все реальность имитировало. Поэтому очень сложно. Вообще, конечно, такие шутки не проходят даром. И рано или поздно общественное, все-таки вот это гражданское сознание, оно может во что-то излиться. Главное его правильно направлять. И поэтому я предлагаю сейчас чуть-чуть вводить больше джаза в жизнь. Uh-huh. Джаз — это музыка, которая местами непонятна, но тем самым она способствует... Чем у человека больше вопросов, тем быстрее он развивается. В музыке то же самое. Uh-huh. Если ты слушаешь музыку... Пардон, ради бога, но это вроде же все время музыка толстых, музыка Запада, музыка наоборот такого, какого-то образа жизни. Мы наконец-то дошли до того уровня, мы как раз вот сейчас вот мы находимся, как мне кажется, вот примерно в конце 30-х, начале 40-х годов. Великая депрессия, что ли? Да, вот прямо отменили сухой закон, и вот у нас сейчас примерно то же самое. Великая депрессия, да. Вторая мировая накануне. Мне кажется, что джаз, он может реально облагородить людей и сделать оппозицию невидимой, а такой, знаете, по сути, внутри у каждого будет оппозиция. Вот джаз. То есть я вообще за глобализацию, потому что глобализация, один из побочных эффектов глобализации, является противовес. Это handmade. И вот мы заметили, как мы стали после того, как развились сети глобальных кафе, мы стали с удовольствием ходить и ценить какие-то хендмейдовые кафе. Да, маленькие кофейнички. И, и индустрия глобальности порождает параллельную индустрию индивидуальности и хендмейда. И именно это является очень важным аспектом в формировании общего психологически гражданского сознания вообще всех людей, которые живут на Земле, не только вот нашего региона, хорошо, европейского, российского. Что, может, у вас какие-то социальные песни есть или тексты? Есть. Песня «Счастье», да? Есть. Это социальная песня. Ну, да, а так, того, вы знаете, что, вот, что касаемо политики, джаза, там всего, ведь, в принципе, ну, все одно и то же. Есть правила, если ты знаешь правила, ты вокруг этих правил можешь навевать свою импровизацию. Пожалуйста. То есть, если ты умеешь ходить, если ты в рамках правил там можешь бороться с чем-то, ну, значит, ты можешь импровизировать. У тебя гораздо больше свободы, когда ты знаешь кодекс и чтишь его, например. Ты можешь... Тот же самый уголовный. Например. Ну или там гражданский. Ну или административный. Да, ты можешь уже искать лазейки, если ты знаешь, как... Или, например, почему обязательно искать лазейки? Ты можешь его читать и думать, что завтра ты можешь предложить по улучшению уголовного кодекса. В том числе для того, чтобы потом никто не искал лазейки. Да. Потому что главный спорт русских — это найти лазейки в законе. Это же круто. И много тому примеров, один из которых мне очень понравился. Значит, где-то там в Южной Америке приехали в какую-то резервацию смотреть местный зоопарк или прям всю область. И было написано, что сегодня у нас санитарный день, нету входа. И, значит, они так все расстроились, так далеко ехали, это были русские, нашли, значит, сели, сделали пикник прямо у ворот, нашли других русских, которые подошли и сказали, ну, что будем делать? Как будем проникать? Вот. Зоопарк. Ну, сейчас, слава богу, культ криминальности и мода на обхождение законов, мне кажется, в России сейчас чуть-чуть снижается. Сейчас все-таки уже, учитывая то, что мы идем по американской модели развития, а Америка сейчас добилась примерно такого отношения к закону. Модно делать вид, что ты соблюдаешь закон. То есть не соблюдать закон, а модно делать вид, что ты соблюдаешь закон. Я вот понимаю, мне кажется, но это тоже очень важный промежуточный этап в формировании честного и благородного гражданского сознания. Я думаю, что на самом деле все идет хорошо, и вот я верю в то, что не в ближайшем, но, может быть, 10-15 лет мы уже увидим изменения, которые произойдут не только с нашим обществом, но и со всем миром. В общем, короче, на то и щука в озере, чтобы карась не дремал. Золотые мудрые слова прозвучали сейчас из этих ртов. А скажите, пожалуйста, а что вас, может быть, объединяет с нашими слушателями, с нами, простыми смертными? А, нет. Все, вы. Да? Вы. Я этот проводник. И радио Микс ФМ, Рига, 102.7. Боже мой, спасибо вам, всем сердцем. Дворец конгрессов ждет вас. А как у вас выглядит вообще ваш быт, ваша жизнь? Смотрите ли вы какие-то сериалы? Есть ли у вас телевизор пресловутый? Что вы читаете? И вот так вот, если возможно, ну, чуть-чуть приоткрыть завесу вот этой вот жизни.
В частности, что вы смотрите? Смотрите ли вот сериалы модные какие-то? Большинство информации, вот той важной информации, которая нам нужна для творчества, мы получаем с помощью трансцендентальной медитации, которую практикует Дэвид Линч. Я, являясь глубоким его поклонником, пришел к ней именно благодаря Дэвиду Линчу. Он делает это дважды в день. Первый раз после завтрака, перед началом рабочего дня. И иногда перед сном, но часто... во время обеденного перерыва. Это позволяет тебе выходить во всеобщее информационное пространство, как в супермаркете, просто набирать себе идеи. Я это искренне, без всяких приколов, советую всем, потому что это бесконечный ресурс как для творческой энергии, так и для физической. Медитации. Если их зависнуть перед ценником, но, такие, в принципе, да. Потом это обходит. Со временем ты уже начинаешь... не обращать внимания на цели. Просто я хочу, понимаете, плохого советовать на радио я не буду. Я не, ну зачем мне это надо? Ну, как хотите, можете ведь. А человек должен быть порочным вообще, хоть чуточку хороший? Да нет, не должен. Нет. Это само получится. Зачем к этому стремиться? Ну, от пороков никто не гарантирован. Но может вы любите, знаете, такие, что обязательно в человеке была какая-то там травмированность, надорванность? Нет, вот, лично нет. Это прерогатива богемы. Они все любят с пошлятинкой, чтобы было чуть-чуть с пошлятинкой. Нет, нет, я не люблю. Ладно. Вы как хотите, я нет. Постмодерн, знаете, есть такая сейчас очень популярная картинка в Фейсбуке, где сидят мужчина и женщина образца 50-х, такие все, ну, такие прям хорошие лица, смотрят вдаль, и внизу подписано: вот закончится постмодерн, тогда и заживем. Постмодерн, пост-рок. Да, это все скоро уйдет, как пережитки вот этих вот звериных, волчьих в 90-х. Они нравятся вам все-таки, да, всякие вот эти модные штуки. Какие модные штуки? Ну, не знаю, пост, вот сейчас эти все настроения. Ну, наше будущее — это джаз. Скоро шансоны, попса, это все вместе с 90-ми канет в лету. Это, вы понимаете, просто мы-то уже, ну, не первой свежести. То есть, в принципе, есть много музыки, которую слушают другие люди, вот помладше, там, юнцы, например, они слушают абсолютно третью музыку, к которой мы не имеем отношения, о которой мы даже не подозреваем. Но наше поколение, мы пытаемся как-то вывести уже на какую-то другую, на чистую воду, потому что, ну, ребят, ну, блин, в конце концов, вы уже взрослые люди. Но это из расслабьтесь, получайте удовольствие просто от хорошей музыки. Когда мы были маленькие, мы понятно, для чего мы курили, например, ну, чтобы быть крутыми. А сейчас-то для чего? Да. Вот и с музыкой то же самое. Да? Понятно, что мы все слушали Сепультуру, Напалм Дес и Металлику, и Пантеру, когда учились в школе и в институте. Ну, а сейчас-то? Ну, сейчас уже никто не мешает слушать хорошую музыку. Да. Вы принимаете когда-нибудь участие в каких-либо музыкальных фестивалях? Если да, то в каких? Мы предпочитаем... Ну, да, принимаем. И самыми любимыми фестивалями у нас являются вот североамериканские джазовые фестивали крупные. И вы туда ищете, да, выступать? Да, это и самое приятное. И там прям джазмены все, да? Настоящие, высшая лига джаза. Вышли, да. И как они к вам? К нам, в общем, даже очень хорошо. Мы пару раз поставили даже рекорд по продаже, по количеству продаж CD. Серьезно? Там... Ну, тут сложно сказать, с чем это связано. С тем, что наш продукт абсолютно отсутствует в этом регионе, поэтому на него был повышенный спрос. Либо это все-таки такое эйфорически вдохновляющее к покупке CD было ощущение у них от нашего концерта вот в каком-то ближайшем приближении к концерту. Знаете, шок был. То есть мы люди смогли зомбироваться. А в какой момент, Билли, если можно вас спросить, вы вообще начали играть джаз так по-серьезному, с контрабасами и всем прочим? По-серьезному пока еще даже не начинал, но собираюсь этим заняться в ближайшие годы. Я чувствую тенденцию, причем эта тенденция прослеживается уже и в странах СНГ. Вот, например, мы получаем звонки с Украины сейчас, в частности, из Киева, с просьбой приехать и наладить у них The Head Bar. Это самый успешный бар в Петербурге сейчас мой, который играет джаз каждый вечер, каждый, без исключения. Никакого разнообразия нет, всегда одинаково круто, потому что нету концертов групп, а есть высококачественный джем-сейшн на основе джазовых стандартов. Музыканты приходят общаться. Это круто. И со временем, если дела пойдут неплохо, может быть, в Прибалтике тоже откроется 6-7 заведений. Было бы восхитительно.
знаете, уже ужасно поздно, уже буквально через 2 часа у вас состоится концерт. Солнце садится. Поэтому уже нам скоро, да, нужно вас передавать в руки другим проводникам. Я хочу еще раз напомнить, что есть какая-то возможность пообщаться, купить билеты. Сегодня Billy's Band, удивительная возможность радостно провести апрельский вечер. В 19:00 они выступают. Скажите напоследок, пожалуйста, в одной из песен, вот я на Ютубе видела, вы рассказывали замечательную историю, как вам БГ, значит, сказал, что умеет, чем что отличается старое от молодого. Напомните мне, возможно ли, вас умоляю, какая-то замечательная была мудрость. Мудрость очевидная. Я спросил. Ну, это, во-первых, не БГ был. Это был другой человек, я не знаю. В том рассказе вы говорили, что был БГ. Ну, может, я оговорился. Вообще, очень много народу есть с похожими инициалами. Так. Значит, там был разговор такой. Я говорю, ну как дела? Как у вас дела? Здравствуйте. Он говорит, ха-ха-ха, не дождетесь. Я говорю, в каком смысле? Я ничего не имею в виду. Он говорит, да дела нормально, все точно так же, как и у вас. Только реже. Все как в молодости, только реже. Только реже. Да. Группа Billy's Band сегодня в нашем городе. Пожалуйста, приезжайте к нам почаще, вам очень идет. Спасибо. У вас прекрасный город. Прекрасный город, да. И вы к нам, пожалуйста, тоже приезжайте. Да. Ладно? У нас тоже есть петроградская сторона, в которой вы можете себя чувствовать как дома. Которое очень похоже вот на это место. Вот прямо мост Александра Невского и железнодорожный мост. Ну, здесь, а если туда, туда уже от центра пройти. Кстати, вот у меня вопрос к радиослушателям. Какова самая широкая часть Даугавы в пределах города? Сколько метров? Это вам нужно кого-то спросить, интеллектуально более развитого, чем я, а он уже дозвониться не сможет. А вы нам на сайт billysband.ru просто ответ присылайте. Вы себе составите рекорды? Напишу. Billy's Band. Так, я вас тут отматываю, вы уже поете, между прочим, вовсю. Еще одна песенка. Billy's Band в нашем городе. www.mixnews.lv Мультимедийный информационный портал.